Что это? Энергия есть физическая величина, являющаяся единой мерой различных форм движения и взаимодействия материи. Термин «энергия» был придуман создателем магистерия Аристотелем. Энергия — это жизнь. Наибольшего уровня исследования энергии добился великий ученый Никола Тесла, документы которого частично находятся в руках созданного в структуре компании «Связной» отдела X. К середине августа 2013 года малочисленные отряды «Связного» уже восстановили часть глобальной цепи Теслы. Побывав в Индии, где отряд преодолел горные реки и перевалы Тибета в поисках проводника, и Норвегии, пройдя до самой северной точки Европы и Ледовитого океана. Сентябрь и новая точка — Марокко. Экспедиция прошла сквозь пески Сахары, Атласские горы и выполнила задачу. Австралия — следующая точка. Головокружительная высота не напугала участников экспедиции. В октябре 2013 года цепь протянулась через весь африканский континент и дошла до экватора. Джамбо, Кения. Я благодарен компании, которая представляла нам эту возможность, представляет и будет представлять, потому что в следующем году конкурс тоже будет, и он, скорее всего, будет таким же. Вот. Вы лучшие, за вас, вы есть энергия Связного, которую мы так долго ищем. Хочется, чтобы вот тот позитив, тот заряд, который мы все здесь получили, чтобы вы потом привезли обратно с собой, вот, и подарили всем тем, кто не смог сюда поехать. После пробежки стало тяжко, как будто километров 15 пробежал. Сюда приехали, практически не зная друг друга. А сегодня вы все улыбаетесь, жмете друг другу руку, обнимаетесь, вместе пьете. Это здорово, на самом деле. Компания стала достаточно большой, мы мало друг друга знаем, и хорошо, что мы делаем подобные мероприятия, когда узнаем, делимся, отдыхаем вместе. Я хочу, чтобы вы, вернувшись домой, рассказали про это, что компания «Связной» думает о том, как мы все это будем делать дальше, достигать новых каких-то целей. У каждого из нас цели большие, задачи интересные, но мы много работаем и хорошо отдыхаем. Попали в такие волны, нас накрыло просто с головой всю лодку. Мы чуть не утопли 3 раза. Мы всех спасали, мы пришли первыми, мы держали курс. Чашки вейку панантис кей.
Это совершенно другие эмоции, и вряд ли бы я получила, поехав сама в компании друзей. Oye, ¿qué tal ahí? Kunapa, que visitante, haga y rusa su yumanta, jamus kunapa. Мы здесь находимся четвертый день всего, но такое ощущение, что мы здесь уже месяц, что мы просто все как родные стали. Четыре часа вечера, я просто вижу, что наш сотрудник выигрывает поездку в Индию. Была полная точка народу, я вскочила со своей тумбы, просто побежала и орала: «Женька выиграл мотивацию в Индию!» Все люди смотрели на нас как на сумасшедших, но мы просто все радовались за одного человека. Розница работает 17 тысяч человек, а здесь находится 60. И вот в этот момент почувствуйте гордость за самих себя. Реально крутые. Я не скажу, что я смотрю «Дом-2», но тем не менее я хотел бы сказать... Я его смотрю! Тем не менее скажу, мы счастливы! Молодец, Дима! Мам, пап, там все такое. Попрощайся с нами. Давай, до свидания. Дышать тяжело. Ставим, становится, да, Фарик? Со временем, да, есть такое. Хотя нет, я про него. А что будет, кстати, об этой воде? Завтра узнаем, да? Ну и могу сказать то, что Серега зачекинился в реке. Ну и даже не один раз. Там было два порога, да, два раза зачекинился. Привет. А что это такое? Не знаю, как-то... Зачем сорвал? Покурить? Не надо. Не надо больше таких прогулок. Прогулок больше не надо.